Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю вам насладиться простой, но невероятно вкусной закуской – маринованные баклажаны. Это блюдо не только радует своим великолепным вкусом, но и подходит для любого случая. Для начала порежем крупным кубиком 1 кг баклажанов и отварим их в подсоленной воде после закипания в течение 4 минут. Затем откинем на дуршлаг и дадим им остыть до теплого состояния. Пока баклажаны остывают, приготовим остальные компоненты. Нарежем соломкой 1 сладкий перец, лук полукольцами, измельчим пучок укропа и петрушки. Все ингредиенты перенесем в глубокую миску. Теперь пропустим через пресс 4 зубчика чеснока. Добавим 1 чайную ложку молотого кориандра, пол чайной ложки черного перца, 3 столовые ложки соевого соуса, чайную ложку сахара, 2 столовые ложки 9% уксуса, 4 столовые ложки растительного масла и соль по вкусу. В миску высыпаем остывшие баклажаны. Хорошенько перемешаем и отправим в холодильник минимум на 10 часов. Эта закуска идеально подходит к обеду, ужину или даже на праздничный стол. Приятного аппетита!